Приятным июльским летним днем мы прогулялись с парка Сокольники в городе Москва. У входа нас встретили девушки в образе ангелов. У ротонды с танцевальной площадки танцевали посетители и гости парка всех возрастов, от мала до велика. В каждом уголке кто-то, кто читает книгу, кто медитирует, кто играет в шахматы. А в ротонде, где стояла пианино, мы застали игру настоящего профессионала, который мы сейчас вам представим. Браво, Браво!